Вновь на быстрой яркой маршрутке, на пятерке я еду, по пятерке я еду туда, где друзья незатейливые шутки и стихам моим рады всегда. Где Сережа, склоняясь над гитарой, мне подарит желанный сюрприз. И в ответ ему Лида с Тамарой скажут дружно и весело бис. На проспекте Вождя, дом 17, где нашел я душевный причал, захочу вдруг открыто признаться в том, о чем лет 15 молчал. Не слукавить слегка, не соврать я в этом доме ни разу не смог. Здесь коллеги мои, здесь собратья, устремленные в рифму и слог. Не страшат меня здесь кривотолки, не пугают ни злоба, ни лесть. Здесь их нет. Есть книжные полки, где для книжек моих место есть. Здесь умеют грустить и смеяться. Здесь душевный покой и уют. На проспекте Вождя, дом 17, мне и рады, надеюсь, и жду. В этом доме я знаю заранее, встретят Лида и Женя меня, и другие родные волжане, и скажут, прожить мне и меня.